Сегодня мы получили рассеиватель фонаря освещения салона, который ставится в багажнике справа, там где заглушка стоит. Заказали мы родной General Motors. Смотрим по этикеткам, тут каждый конкурент пытается переклеить предыдущего. В итоге обошлось нам в 2,9 доллара. Купили мы на Экзисте. Узнал я про лампочку эту благодаря группе ВКонтакте «Мир Матизов». Вот. Посмотрел, что по вольтажу и по мощности лампочка аналогично, как ставится в плафон освещение салона. Вот. Вот эта вот лампочка, которая ставится в плафон освещения салона. И можно посмотреть, что по длине лампочки абсолютно разные. Но так как они по вольтажу одинаковые, я думаю, что если подогнуть вот эту вот лапу, то можно укоротить ее и сделать лампочку для плафона салона и для багажника одну и ту же. Потому что, повторюсь, что по характеристикам, если смотреть на колпачках, информация по вольтажу КХА 12 вольт, 10 ватт. Здесь пятерочка стоит, а здесь шестерочка. И всего лишь. Так что еще раз спасибо нашему Владимиру Труфанову, который создал группу ВКонтакте «Мир Матизов».